Обычно сказки детям рассказывают взрослые, но на этот раз все было наоборот. Воспитанники детско-юношеского центра Яунибо показали горожанам сказку о сказках. Завораживающие танцы, красочные костюмы и талантливые актеры создали в зале по-настоящему волшебную атмосферу. Суть спектакля в том, что приходит писательница домой, и к ней приходят в голове другие сказки, которые она еще не успела написать. Заместитель директора детско-юношеского центра Яунибо рассказала нам, что большинство их мероприятий проходят на русском языке, потому что для основной аудитории именно он является родным. Но уже третий год сценарий к новогоднему концерту пишется и на латышском, чтобы все без исключения смогли проникнуться праздничным настроением. Дети наши настолько талантливы, вообще все дети талантливы. И сейчас им абсолютно все равно, на русском или на латышском языке. Мой кружок, который называется «Варц», это детки, которые учатся в разных школах. Сегодня в спектакле и «Венебаспамат-школа», и «Валс-гимназия», и 12-я школа – это латышские. Но вместе с тем, здесь дети русского лицея, здесь студенты ДУ, здесь дети 10-й средней, 9-й средней школ. Конечно, может быть, кто-то, если захочет критиковать, услышит акцент наш, речи, но мы хотим говорить на нашем государственном языке, и я думаю, что сказка должна понравиться. Ребята из центра Яунибо начали Новый год позитивно. Надеемся, что для всех остальных он тоже будет таким же ярким и радостным.